На конкурс дети читают стихи. Деревянка Валерия, 11 лет, город Севастополь. Баллада о десанте. Юлия Друнина. Хочу, чтоб как можно спокойнее и суше. Рассказ в малосверстницах был. 14 школьниц, пивуней, болтушек глубокий забросили тыл. Когда они прыгали вниз с самолета в январском, продрогшем Крыму, ой, мамочка, тоненько выдохнул кто-то пустую свистящую тьму. Не смог побелевший пилот почему-то сознание вины превозмочь. А три парашюта совсем не раскрылись в ту ночь. Оставшихся ливня укрыла завеса, и несколько суток подряд в тревожной пустыне враждебного леса они свой искали отряд. Случалось потом с партизанами всяко, порою в крови и в пыли. Ползли на опухших коленях в атаку, от голода встать не могли. И я понимаю, что в эти минуты могла партизанам помочь лишь память о девушках, чьи парашюты совсем не раскрылись в ту ночь. Бессмысленной гибели нету на свете сквозь годы, сквозь тучи беды. Поныне подругам, чтоб выжили, светит три тихо сгоревших звезды.